Всем привет! С вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот сыр балыковый копченый. Вот так он выглядит, такими полосочками. Покупала я его в магазине красное-белое. Так, здесь у нас 100 грамм всего лишь. Он прям так хорошо запакован, прям воздух так выжатый. Вот, срок годности у него 3 месяца. В таком состоянии он лежать может. Довольно мягкий. Давайте попробуем посмотреть состав. Может быть, вы видите. Ну, обычный, кстати, нормальный состав. Закваска, соль, там молоко. Тра-та-та, та-та-та. 90 суток, да, 3 месяца. Так, давайте его откроем с вами и посмотрим, что же у нас там такое внутри. Ба. Смотрите, как сделано странно. Опа. Там запах обалденный. Запах, знаете, похож как копченая косичка какая-то. Можно было, конечно, взять побольше. Ну ладно, сейчас попробуем. Сейчас попробуем сначала. Так, ну 100 грамм, конечно же, это мало. Стоил, кстати, он где-то рублей около 80 за 100 грамм. Значит, за килограмм будет где-то 800 рублей. Вот. Ну тут вот совсем несколько палочек. Да, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что ли? Или нет? Ну как-то так. Даже они даже половинками, что ли? Или нет? А, нет, это вот они. Такие тоненькие палочки. Понюхайте, пожалуйста. Через мою камеру передается запах всяких копченостей, копченого сырка, сыра. Где-то некоторые светленькие, некоторые темные. Ой, обалденно пахнет. Давайте попробуем скорее, мне прям уже не терпится. Ну, кстати, мягенькая. Она как жвачка, такая. Долго жуется, вкус копчености есть, довольно вкусно, не пересоленая, такая в меру солененькая, но, конечно, маловато. Все-таки 100 грамм за 80 рублей, ну хотя бы чуточку побольше сделать, положили бы. Но вкусно, мне понравилось. Было хорошо просто так поесть, и к пиву, я думаю, тоже будет хорошо. Такой прям вкусный. Реально, вот правда говорю, вкусный. Есть, кстати, потолще, они разные, видимо. Она не ломается. Она прям после вкуса остается и жуется она вот долго, прям долго. Такая вот она, видите? Как волокнистая, что ли. Когда жевать начинаешь, жуешь долго. Она как волокнистая, как жвачка такую же. Можно жевать какое-то время. Но вкусно. Обалденно. Мне прям очень понравилось. Зря я, конечно, взяла одну. Надо было несколько брать. Но, честно говоря, боишься брать много. Вдруг пересоленая окажется или невкусная. Да, у нас же в России. Так, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Я старалась для вас. Надеюсь, что этот обзор вам пригодится. И вы пойдете и купите тоже себе такую вкусняшечку на вечер. Обязательно подписывайтесь вот тут вот в уголочке. Пишите комментарии, пробовали вы такую или нет. Где вы покупаете сырную нарезочку, может быть, в каких магазинах она продается. Потому что у нас в Самаре ее сложно найти. Может, если кто-то из Самары где-то покупает. Вот на Ташкентке, я знаю, есть. А у нас здесь нету. Конечно, сырную нарезку за 100 рублей. В прошлый раз вот я покупала вот такая вот она была. Очень удобно. Всего 100 рублей. Вот она, 109 рублей. И там вот каждый по чуть-чуть. Это классно. Но, к сожалению, рядом с домом у нас нет, поэтому я купила такой. Все, не буду вас задерживать. С вами был канал Art Mania. Всем пока-пока.